Теперь я знаю, где ты живешь, Кристиночка. Второй этаж. Вот эти окна. Вот они. Вот это окно. У тебя там сейчас горит свет. Ты сейчас там с своим другом Никитой Меренком, который болтал с тобой на балконе, когда я проходил мимо. Я все равно обратил внимание совершенно случайно. Ты там живешь, я знаю, но я не имею права к тебе заходить. Никогда. Нет, еще раз нет. Иначе я боюсь, что ты меня укусишь своим ядовитым укусом в плечо. Кошачьей безумной кошки. Безумного животного, одичавшего зверя. Я видел твои настоящие глаза в парке. Ты машина, созданная для убийства. Убийства невинных людишек, которые проводят свои дни и ночи. Но если ты меня убьешь, то тогда ты сама будешь оплачивать все свои кредиты, которые ты на меня взяла. Вот и все. Вот там ты и живешь. Второй этаж, первый этаж и второй этаж. Свет горит как раз в окна. Значит, ты сидишь дома и смотришь, что я делаю. В окно. Наблюдаешь и смотришь. Посмотрим. Да он там сидишь, наверное. В пердильне на балконе. И Меренков сидит в пердильне. Но я к вам никогда не зайду. Не имею права вам звонить даже в домофон.